Сергей начал предпринимательскую деятельность не так давно. 3 месяца назад оформил все нужные документы, буквально за неделю собрал все бумаги для банка. Только вот с первого раза не вышло. Банки, они не особо как бы горят желанием связываться с мелким бизнесом. Я решил пойти в гарантийный фонд Оренбургской области. Процентную ставку 8,25 у них. В принципе, это низкая, я считаю, ставка. Я смог поставить товар такой, как Street Storm, то есть это радар-детекторы высокого класса. Это мне дает преимущество над конкурентами. Примечательно, что гарантийный фонд Оренбургской области в своей работе как раз и ориентируется на поддержку именно таких предпринимателей, которые грамотно просчитывают свой бизнес-план, четко представляют, чем им заниматься. Например, в Автограде отделов, как у Сергея, немало, однако его клиенты без покупок не уходят. Дело в том, что он одним из немногих стал выбирать сертифицированный товар хорошего качества и уже знакомых всем брендов. Специализация – это видеорегистратор, радар-детекторы, плюс тюнинговые всякие штуки, смайлики, эквалайзер и так далее. Это для меня был первый бизнес. В принципе, начало было скромное, и я не собираюсь на этом останавливаться. Планируем после Нового года, числа, может быть, ближе к февралю, открывать вторую точку. Планы большие, но и ответственность не меньше. Молодым предпринимателям приходится работать, не покладая рук. Но отрадно, что благодаря областным программам поддержки малого бизнеса эти люди знают, один на один с проблемами их не оставят. Кристина Черепахина, Семен Воробьев. Новости дня.